Друзья, приветствуем. Здравствуйте снова. Напишите, пожалуйста, как слышно. Итак, первая часть этого эфира прошла на странице Валерии. Переходите туда, кто не смотрел. Смотрите там первую часть, продолжение здесь. А вот я сейчас им сообщу как раз, чтобы они знали в сторисе, чтобы заходили. А то вдруг подумали, что мы уже ушли. Да, дорогие, заходите срочно к Дарье Орион. Мы продолжаем эфир. Будем сейчас рассказывать про шестую расу. Так что мы готовы продолжать отвечать на ваши вопросы относительно нового времени, нового пространства, происходящих событий, состояний. Да, ведь мы сейчас переходим в шестую расу, новую расу. Причем эфир вот этой программы, где я рассказывала об этой расе, прошел еще в 2013 году. Есть на Ютубе вот это «Дело X. Шестая раса». Вводите Валерия Лукьянова, вы подробнее узнаете обо всем этом, еще когда была подготовка. А сейчас мы уже, считайте, завершаем вот это приготовление. И поверьте, те люди, кто не относится к шестой расе, их сейчас стирают. Все очень серьезно. Дарья, ты много видишь людей, которые сейчас покидают этот мир? Огромное количество. И заметьте, ну, сейчас все находятся в большом стрессе, потому что, смотрите, мы никогда не обрабатывали такое количество информации. Немножко с другого угла подхожу. Просто каждый день нам пишут люди, что им или их знакомым поставили, ну, очень серьезные диагнозы, которые считаются неизлечимыми в официальной медицине. Да. Вот, хотя вы же понимаете, что все возможно. Нам каждый день пишут такие вещи, и у людей просто не выдерживает психика все это обрабатывать, считаться с огромным количеством всего, что на нас наваливается сейчас в современном мире. Сейчас, друзья, самое главное – это сознание. Сознание. Информация идет бешеным потоком, жизненные квесты идут бешеным потоком. То, что с нами сейчас происходит, вот за неделю, за месяц, каждый из нас проходит сейчас эволюцию, которая раньше была растянута на 10, на 20 лет. А сейчас мы проходим такие квесты, такие осознания, такие трансформации, такие изменения в своих судьбах, которым просто психика не готова. Нашу психику просто конкретно задавливают. Она по такой тяжести, вот как алмаз, который вот огранка происходит только под очень тяжелым прессингом. То же самое происходит и сейчас с нами. И нам действительно, вы знаете, выписан очень большой еще кредит доверия разными высокими очень планами. Потому что действительно, как сказала Валерия, предыдущие цивилизации просто стирали. Под ноль. Да. Понимаете? С нами этого не произойдет. И действительно, наша эпоха и наша цивилизация отличается тем, что нас не стирают. Но нам дают через такие вообще огонь, воду, медные трубы пройти, чтобы полностью перетрансформироваться в иных существ. И это я еще сейчас очень мягко сказала. Очень много в этой фразе сокрыто и хочется, конечно, расшифровать. И тут и новомодная болезнь, и... И много всего, что нам нужно. Новые технологии, да, которые приходят в жизнь. Много всего, что нам нужно в себе перетрансформировать, чтобы стать этими новыми буквально сутями существами. Да, уникальная эпоха, уникальная точка пространства, такого еще даже не было на планете Земля. Вот это факт. Да, поэтому мы сейчас, Дарья, и организовали этот марафон, и по такой цене, которую мы, ну, никогда, вы знаете, наши курсы от $200 и выше всегда, мы решили сделать 35, чтобы каждый мог это сделать, потому что мы понимаем, как сейчас тяжело людям, и мы фактически решили, скажем так, практически на благотворительных основах помочь людям, потому что мало кто сейчас понимает, разбирается в ситуации. Да. А вот мне еще интересно, Дарья, не приходила ли к тебе информация по поводу счастья? Потому что мне недавно целую неделю транслировалась информация,
И причем такие эпитеты приводили, что будет, люди будут счастливы хоть у разбитого корыта. То есть, что будет очень жестко, но будут включать какую-то аппаратуру, что люди будут чувствовать себя счастливыми, как подвеянными такими, знаете, непонятно от чего, а что-то счастлив. Вот такое еще собираются включать. А как здорово, что ты это озвучила насчет аппаратуры, потому что даже и без аппаратуры система уже подогнула людей с определенным состоянием сознания под это счастье. Mm-hmm. Кто знаком с посланиями, которые зашифровали древние египтяне в картинках, которые они назвали карты Таро, вот аркан Солнца, аркан беспричинного духового счастья. То есть это когда у тебя реально ничего нет, но ты безумно счастлив. И системе это очень выгодно. Выгодно, чтобы ты фиесту там себе танцевал весь обеденный перерыв, рожал каждый год по ребенку, получал мизерную зарплату, вечером пил пивко, смотрел телек и был счастлив. И не голову не поднимал, что у тебя мизерная зарплата, и над тобой какие-то там президенты или какие-то законы. Вот это счастье очень сильно выгодно тем, у кого свои планы на этот мир. Но только люди, которые... Ну, сейчас, вы знаете, сейчас надо конкретно косячить, чтобы твое сознание было так убаюкано. Только те, у кого есть такие завязки, как алкоголь, какие-то другие вредные привычки, они сейчас пойдут по этому убаюкиванию сознания. Вот, только начиная на серьезную тему приходят люди. Люди, конечно, которые максимально себя обезопасили, идут по пути развития. Какие бы им ни шли трансляции, какие бы ни включались аппараты, призывающие на агрессию или на злость, или на вот это тупое счастье, они этого не почувствуют, не почувствуют. Это все равно, как вы стоите на 100-й ступеньке, а кто-то с автоматной очереди стреляет по 30-й ступеньке. Вам с этого ничего, поэтому очень выгодно подниматься выше. Да, именно вот этим мы и хотим заниматься на нашем курсе, повышать вибрации, потому что сейчас на низких находиться очень опасно, потому что фактически то оружие, которым сейчас оперируют, оно работает на низких частотах. И если вы на низких частотах, вы полностью в их доступности. И с вами что хочешь, что и твори. Вот это самое опасное. Да. И мы будем давать очень мощные техники, чтобы вы всегда чувствовали опору в себе. Всегда. Всегда. Да, без этого никак, понимаете, если вы будете опираться на мужа, на маму, на какого-то учителя и так далее, вы никогда не станете самостоятельны. А если с ними что-то случится, то вы останетесь вообще просто без ничего, как оголенный нерв, вам нужно научиться опираться на себя. И мы как раз вот на это будем вас затачивать, чтобы вы стали собой, вы стали окруженным броней, через которую никто не сможет вам повредить. Да, полностью активировали также свою силу. Сейчас тот, кто видит, тот видит. Что я называю подвидеть? Это ясновидение. Тот, кто понимает алгоритмы, законы и язык пространства. Люди, которые совершенно не изучали никаких законов пространства, сейчас просто поднимают лапки кверху и просто сетуют на жизнь, почему ушел муж, или почему какой-то диагноз ужасный поставили, или почему куда-то делись деньги. А на самом деле пространство всего лишь показывает на то место, где был пробел. Вот был пробел, просто пробел. А должна была быть заполненная ячейка здоровых энергий. Да, ведь вы же понимаете, что сейчас вот, будут выбираться самые сильные люди. Вот, кстати, почему некоторым дают укол нулевку, некоторым единичку, некоторым тройку? Они смотрят, скажем так, на информацию о вас. Уже есть определенные социальные рейтинги, в которых люди видят, какой вы человек. Если они видят, что вы полезны для общества, вам дают плацебо или какую-то обычную вакцину, укол. Если они видят, что вы в принципе бесполезны, вы не при
представляете для общества интереса, вам дают то, что после этого вы выйдете уже вперед ногами. Это лишь вопрос времени, понимаете? А что конкретно развивается от этих штук? Ну, думаю, Дарья, ты слышала, какая конкретно болезнь от этого развивается. Ты имеешь в виду после укола? Да. Если вкололи третий номерок. Да, много чего пишут, но я поняла, о чем ты говоришь. Да, это самая такая одна из самых опасных болезней, которая вызывает один грибок очень опасный, и он как раз там присутствует. Поэтому, если вы реально вот пусть на вас посмотрят люди и оценят, насколько вы полезный вообще человек для общества, да? Что вы несете? Вы делаете что-то полезное? Если да, если они скажут, что это так, скорее всего, у вас более-менее все нормально. Но если вы просто человек, который живет ради себя, тащит все в свою хату, кого-то ненавидит, с кем-то ругается, пьет пивко по выходным, то вы понимаете, насколько вы ценный человек для общества. Вам нужно срочно что-то делать, пока вас просто не стерли. Да. Просто нужно мобилизироваться, я считаю. Сейчас очень опасное время. Меня вот очень, кстати, удивило и возмутило, что в наше время вот бедных мужчин не выпускают из Украины. Вы представляете себе, вот не выпускают, если кто-то не Серьезно? Хочет. Да, им запретили выезжать с 18 до 55 лет. Война, они обязаны, понимаете? Вот такая принудиловка во всех сферах сейчас будет. Просто вам не скажут об этом, но с вами это сделают. Все очень жестко сейчас. Время не для шуток и не для блокировки чужих тиктоков. Время позаботиться о собственной жизни и безопасности. Это правда. Это правда. И настраиваться на высокие частоты, высокие энергии. Именно поэтому на марафоне мы будем работать полностью закрытием страхов, закрытием энергетических пробок, с возвратом всех утерянных фрагментов своей души, потому что с любой обидкой, с любым стрессом, с любым негативным событием в жизни происходит дефрагментация. Поэтому мы уже в каком-то возрасте, 20, 30, 50, 60 лет, человек уже не та цельность, а дефрагментированный. Очень важно вернуться к своей абсолютной силе и к соединению с источником. Да. И неважно, тогда неважно, какие новые законы, кого выпустили, кого впустили. Вот кто-то сейчас в чате написал, что делать, когда нет денег, непонятно, как свою выправить финансовую ситуацию. Дорогие, сейчас уникальное время. Время, когда люди перешли на интернет-заработки. Время, когда все меняется в мире. Сейчас уже не важен с этой точки зрения возраст, во 18 или 60, вы в деревне Кукуевка или вы в Дубае. Вот серьезно, не важно. Я сейчас так рассмешила. А это правда, потому что сейчас взлетают те, у кого внутри есть что дать этому миру. Нет, я не призываю, не подумайте тут всех быть духовными учителями. Каждый дает то, что может этому миру дать. Кто-то начинает делать чудесную резьбу по дереву, продавать на каком-то Etsy.com, и со всего мира покупают. А человек думал, что ему в его какой-нибудь Белоруссии или какой-нибудь украинской деревне ничего в жизни не светит. Вы не представляете, какие мы видим примеры тех, кто приходил к нам на курсы, и потом у них именно так и получилось. Сейчас удивительное время, удивительное. Миллионеры, у которых были сети магазинов или салонов красоты, очень многие обанкротились, потому что пандемия навела правила. А какой-нибудь талантливый человек, который внутри себя расшевелил, еще больше раскрыл вот эту божественную искру, просто вышел в интернет и вот подхватила сама сила жизни, вот слилась с его силой жизни и пошло. Пересмотрите первую часть эфира, она на странице Валерии. Да. Мы там сказали, сейчас идет мгновенная материализация, можно сидеть и просто ноль денег, создаешь правильное состояние, да, отовсюду, как будто бы просто все потоки изобилия и пошли в твою сторону.
Да, то же самое. Здоровье, личной жизни, энергетики, самочувствие сейчас на квантовом уровне. Все происходит за мгновение. И это не тот момент, когда можно одеть маску умного чувака, прочитать 20 книжек по НЛП и пойти покорять мир. Фигушки. Сейчас как раз тот момент, когда мир и люди среагируют, пойдет квантовый просто отклик, оттиск пространства на то, что внутри тебя. Поэтому сейчас, вот неважно, ты в Кукуевке или ты в Дубае, тебе 18 или тебе 60. Мы такие примеры видим каждый день. Извините, мы с Валерией, девушки, которые тоже родились не в Америке, не в семье миллионеров. Что еще к этому добавить? Ну, что скажешь, Украина. Нам не дали какого-то плацдарма. Мы да, у нас не было, сделали. Мы не с золотой ложкой во рту родились. Но вот где мы сейчас? Мы сейчас в Лос-Анджелесе, понимаете? И вы можете тоже жить в том городе, о котором вы мечтаете. Все зависит от вас, от вашей работы над собой, от вашего рвения. Да, все идет от очень мощной энергетической структуры. Да, все от вас зависит. Есть же еще не только физическая ДНК, да, и то, что нам дали родители, а еще и квантовая ДНК, которая свидетельствует о ваших прошлых жизнях, наработках, о ваших прошлых талантах. И мы вот хотим все это раскрыть, и как бы вы можете уже как на скатерти самобранки выбирать, хочу это блюдо, хочу это как ваши таланты. И вы уже дальше смотрите, какой из этих инструментов использовать прямо вот сейчас, понимаете? Да, и Валерия такую тему мощную затронула, хочу к ней немножко вернуться. Сейчас очень выгодно быть полезными этому миру, иначе действительно сотрут не то, что там кто-то сидит и думает, так, кого стереть? Смотрим этот список. Это все действительно на каких-то квантовых уровнях происходит. Это программа делает. Программа считывает ваши баллы, ваше количество энергии. Если не добирают, они не будут смотреть, какой у вас потенциал. Они увидят, что вы уже как бы все на низком уровне. И вас вытирают, убирают. Понимаете, это очень опасно, если вы хотите жить. Это также подсказка тему, кто сетует на плохое самочувствие, низкую энергетику, болезни. Станьте, вот не факт, станьте полезны этому миру, и вы можете без перевоплощения взять программу следующего воплощения, оставаясь в том же теле. Все меняется. Сейчас все на таких квантовых уровнях. Здоровые мгновенно становятся нездоровыми. Нездоровые становятся здоровыми. Бедные богатые, богатые бедными. Сейчас вот так все происходит. Все меняется, да. И все зависит от вас. Вот сейчас такое пространство, когда вы должны уметь выстоять на ногах, когда под вами просто, понимаете, то бушует как вот эта вот болезнь морская, как будто землетрясение, а ваша задача устоять. Взяла мне один мой недавний сон, написала. О, ну, ничего надо. Себе. Расскажи. Да, ну, потом. Хорошо. Да. Ну, вот такая сейчас реальность подвижная. Очень важно уметь адаптироваться, быстро схватить эти изменения. Если вы будете быковать и считать, что я вот буду жить, как жила, я вот такой. Если вы не будете подстраиваться под пространством и мигрировать, вас просто сотрут. Вы не сможете дальше жить. Не сможете, невозможно сейчас жить из сознания, буду как тупой баран, упираться рогами, хочу как раньше. Знаете, на что похожа сейчас новая жизнь? Представьте, идет поезд высокоскоростной, и вы своим намерением, хочу трансформироваться, хочу реализовываться, хочу развиваться, считаете, что вы себя к трамплину, к поручню привязали наручниками. Вот. Вы не то, что будете идти рядом с этим поездом, вы вынуждены будете бежать. Скорость забавлять нельзя. Сейчас либо ты сечешь эту скорость, и ты с ней бежишь, либо тебя действительно стирают. А чтобы сечь скорость, возвращаемся к тому всему, что упомянули за время этих двух эфиров. Алкоголь нет, мясо нет, негативное мышление нет, дефрагментация нет. И быть в полном энергетическом вооружении, чтобы бежать с этой скоростью нового пространства. Бдительность, да, будем все тогда прощаться, дорогие, не теряйте бдительность. Сейчас не время отдыхать, сейчас время великих перемен. От каждого из нас многое зависит, все решается сейчас. Да, кто чувствует, что
в этих состояниях, в этих настройках, в этом усилении ему необходима помощь, мы вас приглашаем на наш марафон. Мы сразу повторим, мы тут вот так распоясываемся, так вот, не потому что мы так хотим создать очередной продукт. Поверьте, мы и так завалены с индивидуальными консультациями, своими курсами и так далее. Почему мы создали марафон, который стоит буквально 2 копейки и длится 4 недели? И почему он больше психологически, больше по основам, больше по базовым энергетическим основам? Почему мы будем идти вглубь детства, в юность, и там рыться, и там возвращать вот эту дефрагментацию, утерянные кусочки личности, энергии за всю жизнь? Почему мы целые 4 недели пообещали вам быть на связи 24/7? Потому что считайте, что это наш с Валерией вклад в мир, на благо мира сейчас. Это символическая цена, эти 4 недели. И не думайте, что вот таких будет возможностей масса. Вот сейчас мы чувствуем, это миру нужно. Поэтому, кто это понимает, подключайтесь. Сейчас в сторис мы разместим сегодня, ну и в постах, ссылку на сайт Валерии, по которой можно зарегистрироваться на этот марафон по символической цене $35. Он начинается 10 марта. Кто написал до 30 марта? Он начинается 10 марта, дорогие, но сейчас уже в чате мы там общаемся. Рекомендую пораньше присоединиться, потому что отвечаем на вопросы. Люди присоединяются на разных уровнях понимания и практики. Мы приглашаем всех. Не стесняйтесь, если вы новичок. Еще раз повторим, там будет больше по базовым энергоосновам и по базовой такой структуризации личности, потому что сейчас именно она лажает, простите меня за мой сленг. Сейчас не важно, что вы маг в седьмом поколении, гадалка от прабабушки, экстрасенс от Бога. Сейчас это не важно. Сейчас насколько вот можно иметь высокие выходы, ну, важно, конечно, но можно иметь высокие выходы, но если сейчас страдает тело, или идет определенная дефрагментация, определенные битки, определенные комплексы, то есть, извините, шатается фундамент, даже при золотой крыше с куполами, это сейчас вообще не окей. Именно мы это сейчас считываем с пространства, понимаем, что этот вклад нужно дать миру, поэтому делаем такой необычный для нас, скажем так, да, совершенно курс, да, необычный. Мы так раньше никогда не работали, да. Но вот сейчас мы чувствуем, что это поможет также и нам, потому что чем больше ты сейчас делаешь хорошего, тем ты тоже более устойчиво будешь стоять. Мы тоже хотим вот как бы наработать себе вот эту благостную энергию от людей, чтобы и себе тоже помочь. Так что мы с вами друг другу будем помогать. Мы сейчас должны кооперироваться, объединяться. Только в этом будет наша сила. Если мы будем разобщены, нас просто сотрут к чертовой матери. Да, мы сейчас все в одной лодке, переходя в новую шестую цивилизацию. Это факт. Да. Так что будем надеяться, что у нас все получится. С вашей силой, с нашей силой все должно быть так, как нужно. Так что присоединяйтесь. Ждем вас. Да. Хорошего вам вечера. Всего наилучшего. До встречи, дорогие.